Неизвестные обстреляли авто Олега Ярошевича. Это глава организации «Авто Евросила», которая отстаивает права владельцев машин без украинской регистрации. С места происшествия он скрылся. О случившемся сообщил друзьям в соцсети. Дозвониться ему было невозможно ни днем, ни ночью в течение дня. Только в обед в Фейсбуке появилось видеообращение, в котором Ярошевич заявил, что якобы заметил за собой слежку. Эти же люди, по его словам, и обстреляли машину. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Следователи пытаются понять, из какого оружия стреляли и стреляли ли вообще. Поэтому каких-либо версий пока не озвучивают. Мы нашли этот автомобиль, но біля него никого не было. Жодних гильз мы не нашли. Ну, щоб говорило про обстріл. Поки що активно не розробляли такі версії. Давайте першопочатково ми все-таки знайдемо власника цього автомобіля і безпосередньо, хто сидів за кермом, щоб з ним поспілкуватись.